А если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию. К другим темам. Лучших воспитателей поздравили с победой. В Балаково подвели итоги районного этапа конкурса «Лидеры дошкольного образования». За победу боролись 120 воспитателей. 6 человек стали призерами в разных номинациях. Подробности в нашем следующем материале. Поздравляю! Конечно же, призам, победе еще дополнительные цветы. Виновницы торжества сегодня – женщина. В Блаковской усадьбе Мальцева собрались участницы районного этапа конкурса «Лидеры дошкольного образования». 120 сотрудниц детских садов Блаковского района боролись за победу. Всего было 6 номинаций. У меня была номинация специально выбрана «Ищем, пробуем, внедряем», где мы хотели показать уже свои наработки с ребятами-дошкольниками. У меня здесь два проекта практически показаны. Это проект по развитию детского творчества «Мы композиторы» и «Русские народные праздники». 6 победительниц, 6 лучших воспитателей Балаковского района. Награда номинантам вручает депутат Госдумы Николай Панков. Говорит, такой конкурс – это самое малое, что можно сделать для популяризации профессии. Сегодня стараются повысить престиж работы воспитателя. Последние годы заработная плата у сотрудников дошкольного образования увеличилась и будет расти еще. Самое главное, что в нем приняло большое количество воспитатели – это люди очень творческие, очень люди профессиональные. И от того, как их будет настроение, как их будет опыт, мы как раз будем видеть на подрастающем поколении. Мы им доверяем самое ценное – это детей, наших детей. Для победительниц районного этапа конкурса борьба еще не закончена. В ближайшее время им предстоит продемонстрировать свои навыки уже на региональном этапе. Эллада Абжалимова, Елена Петрова, РЕН-ТВ, Саратов.